Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации, одной из тем которого стали итоги саммита «Россия-Азербайджан-Армения», посвященного урегулированию в Нагорном Карабахе. Об этом, как передают канал 13, сообщает в пятницу официальный сайт Кремля. Владимир Путин информировал участников совещания об итогах состоявшихся 11 января трехсторонних переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по вопросам Нагорно-Карабахского урегулирования, говорится в сообщении. Отмечается, что на совещании обсуждались также другие актуальные вопросы внутренней и внешней политики России. В совещании приняли участие премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента России Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.